Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту ProxyWeb. Это программа для заработка денег без вложений в интернете. Значит, некоторое время он не платил, но сейчас прошел слух о том, что ProxyWeb возобновил выплаты. У меня на балансе на данный момент 339 рублей. Я хочу проверить его на вывод. Так, значит, ну это статистика. Кто захочет присоединиться, здесь все очень просто. Скачиваете приложение, устанавливаете, и оно, вот оно у меня вот здесь на рабочем столе. И вот как бы такой мини-кабинет. Так, значит, выплаты. Так, значит, смотрите, внимание, выплаты производятся каждый четверг по заявкам. Заявку можно оформить в любое время, но крайний срок заявки до 23:00 по московскому времени вторника. Минимальная сумма заявки 100 рублей. Так, выплаты доступны на WebMoney, Киви кошелек, а также на операторов сотовой связи Российской Федерации. Так, значит, ну что, я хочу поставить на вывод и проверить, что у меня тут, мой номер кошелька. Угу, так, и что, так, вывести. Нажимаю вывести. Я вставляю сумму, я буду проверять 100 рублей. Минимум на вывод 100 рублей. 100. Точка. Ой. Так. Что-то я не так. Комиссия у них 5%. 100. Ставится точка. Не. Ага. 0,0. Так. Нажимаю вывести. И что у меня? 19.05.19 года сформирована заявка на 100 рублей в WebMoney. Как бы все. Значит, здесь у нас реферальная программа, партнерская ссылочка находится. Вопросы-ответы прочтете. В настройках указываете свои платежные реквизиты. А здесь вот наши партнеры... Что-то вот новенькое. Здесь какие-то игры. Сейчас вот она должна загрузиться. Это я не знаю. Я и сюда, если честно, я даже и не полезу. И что? И вот здесь скачать приложение как бы. Нажимаете как бы. Ой-ой-ой. Мне оно не надо. Отмена. Вот. Потому что оно у меня уже как бы скачано. Так. Ну и вот это наша статистика. Пусть копеечки у заработок в этом месяце 23.74, но я не особо как бы здесь и сидела, потому что как бы выплат не было. Но тем не менее, все. Значит, после четверга вывод можно заказывать. Что у нас сегодня? Воскресенье, понедельник, вторник, до вторника, да, к 23 часов. Ну и так. А вывод только каждый четверг. Ну, после четверга будем ждать вывод. Нам ничего не остается, как только набраться терпения и ждать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!